Не поделили дорогу. На улице Сегетская столкнулись две иномарки. ДТП произошло, когда водитель Toyota Corolla выезжал со двора в сторону центра. В ту же сторону ехала и белая Renault Megane. Столкновение произошло по касательной. Обе машины пострадали. Toyota лишилась бампера, а также серьезно повредилась передняя часть автомобиля. Renault отделалась вмятинами. Отмечу, что на пассажирском сидении Corolla находилась девушка с грудничком на руках. В результате аварии никто не пострадал, участники же отделались испугом.